Здравствуйте, с вами Михаил Кирченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы с вами отправляемся в такое долгожданное путешествие почти на волю в Пампасы, то есть на стройку в экотехнопарк. До окончания строительства экотехнопарка SkyWay еще предстоит сделать многое. Но уже сейчас заметно, что место становится все более популярным у любителей активного и экологически чистого отдыха. На бывшем танковом полигоне становится все больше велосипедистов, которые сменили многотонных бронированных монстров, бороздивших его просторы совсем недавно. На строительной площадке появились новые бытовые помещения, говорящие опытному глазу о том, что в экотехнопарке SkyWay начал работу новый подрядчик, который в начале текущей рабочей недели приступил к сооружению котлована под вторую анкерную опору пассажирских, городской и высокоскоростной трасс. В день посещения строительной площадки нашей съемочной группой котлован был готов примерно на 50%, завершение же планируется во вторник 17 мая 2016 года. Помимо этого, для соблюдения высочайших стандартов качества, требуемых для создания инновационной рельсо-струнной технологии, на территории экотехнопарка проводился геодезический контроль. Геодезические работы выполняются в объеме и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещение объектов строительства проекту и требованиям строительных норм и правил. В этот день осуществлялись геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями строящихся зданий и сооружений, в частности транспортно-логистического узла SkyWay, совмещенного с первой концевой анкерной опорой, и промежуточных опор пассажирских, городской и высокоскоростной трасс. Не прекращаются работы и по строительству транспортно-логистического узла SkyWay, совмещенного с первой концевой анкерной опорой. Завершено снятие опалубки с диафрагм жесткости и внутренних монолитных стен третьего уровня и уже вырыт котлован для сооружения пристройки, в которой будет располагаться лестница для перемещения между станциями городской и высокоскоростной трасс, зоной отдыха и музеем SkyWay. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsvdefisystems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда в вашей жизни все изменения будут происходить со скоростью несущегося вперед юнибуса. Строй SkyWay! Спасай планету!